здравствуйте. Меня зовут Юсупи Фарангиз Улубекова. Я являюсь руководителем лицейских классов Высшей школы экономики в Узбекистане. Я очень рада представлять Узбекистан здесь, в Москве, потому что сегодня мы находимся на апрельской стажировке вместе с нашими учащимися. У нас ежедневно ведутся уроки со специалистами Высшей школы экономики на очень хорошем уровне, за что мы очень благодарны администрации данного университета за предоставленную нам возможность побывать на уроках таких замечательных преподавателей. Эта программа у нас открылась в 2022 году с набором на 88 студентов. Они окончат через 2 года программу, и по окончанию программы для них предоставляется возможность продолжить свое обучение в университете Высшей школы экономики в кампусах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Наши учащиеся очень довольны образовательным процессом и программой данного университета, и мы очень благодарны всем за такое сотрудничество. Тут очень весело, мне тут вообще нравится. Мне все нравится, все идет по плану. Тут очень нравится, тут точно можно сюда поступить. Тут вкусные хот-доги за 300 рублей. Хочу ли я поступить в вышку? Да, конечно, хочу. Почему? Потому что учительница по программированию. И ведь сам универ. Поступить в вышку, что учиться с нашей любимой мисс Еленой по учительнице по английскому.